нашем открытии, но я точно знаю, что вот наша цель, о которой мы мечтали вместе с нашими лидерами, когда мы открывали 5 лет назад, что в каждом городе, где есть 1 000 000 населения, будут открыты подобные тренинговые центры. Я знаю, что сейчас, я, конечно, бы очень многого хотела вам сказать, но в первую очередь я хочу вам представить 2 замечательных людей, которые с нами идут уже много лет. И вы непосредственно каждый, их, возможно, знаете, но, возможно, вы их не знаете. Но это те люди, которые каждый день думают о вас, обслуживают вас, делают все, чтобы все посылки, которые к вам приходят, они были достаточно в таком вот приличном состоянии, чтобы вовремя приходили и так далее. Конечно, у нас бывают какие-то срывы, мы все люди, да, и мы живем еще в постсоветском пространстве, хотя все пытаемся сделать свою индивидуальность. Я хочу, чтобы вы сейчас увидели воочию тех людей, которые обслуживают вас на складе, и именно от них зависит скорость получения ваших заказов. Это директор склада Андрей. Иди к нам, Андрей. И наша любимая Марина. Вы знаете, я просто вас хочу попросить. Вот проявите вот ту благодарность, которую вы могли бы выразить, вот находясь бы здесь, потому что на самом деле это те люди, которые делают очень много. Я знаю, я работаю в этой индустрии уже более 30 лет. И я знаю, что организовать доставку, поставку, обслуживание клиентов, а мы все капризные, только меня обслужить это надо, с железные нервы, титаническое здоровье. Ну давайте мы их поблагодарим. Вот просто вот по-душевно, вот как мы это умеем. Сегодня ровно 7 лет. Мы их всех поздравляем. Сейчас все сотрудники, они соберутся в ресторане, они будут отмечать. Но тем не менее, руководство и Марина, они приехали для того, чтобы оказать нам тоже какую-то степень уважения. И я думаю, что все-таки мы будем очень рады услышать хотя бы пару слов от них. Спасибо огромное. Спасибо всем. Это великолепный день, это просто замечательный день. Что сказать? Наконец-то компания здесь, в отличном офисе, в прекраснейших условиях. Мы очень-очень рады тому, что компания растет. Ну вот, за 3 года потрясающий рост. И, честно, огромное вам спасибо за ваше терпение, за то, что у нас иногда бывают срывы, но мы сделаем все для того, чтобы этого не было, чтобы максимально качественно вас обслуживать, и чтобы компания в дальнейшем росла, развивалась, вы были довольны, компания была довольна, чтобы у вас были улыбки, удачи, счастья и процветания вам всем. Спасибо огромное. И я еще помню то время, когда я одна могла ответить на все ваши телефонные звонки, обработать все ваши заказы. Я помню, как резко увеличилось количество вас всех. И сейчас нас очень много. Мы стараемся по максимуму реактивно отвечать на все ваши вопросы. Я надеюсь, что вы и дальше будете расти так же, можно даже быстрее. Удачи вам, успеха, процветания, растите, развивайтесь. Наше настроение. Благодарим вас. Что я вам хочу сказать? Я хочу одного, чтобы все были счастливы, чтобы каждый имел свою собственную машину. Неважно, какой она будет марки, Volkswagen, Kia, Sorento, там, я не знаю, мне абсолютно все равно. Для меня автомобиль – это уже предмет, который просто необходим, тем более в нашем бизнесе. Я желаю, чтобы у вас у всех были карбоносные программы. И не для того,
вы приобрели. А для того, чтобы вы понимали, что у вас всегда есть поддержка автомобильная. Я хочу, чтобы у вас у многих была жилищная программа, чтобы вы могли улучшить качество своей жизни. И такие тренинги, тренинговые центры, которые сейчас будут открываться, не только в Украине. Мы вас можем уверить, что эти центры будут открываться в Белоруссии, они будут открываться в России. Сейчас Кайл, он сделал огромнейшую работу в России. Он сейчас приехал только что оттуда. И те проблемы, которые возникают у ваших партнеров в России, они будут в ближайшее время удовлетворены, решены. И работа там будет поставлена на достаточно высочайший уровень. Будет большое расширение и так далее. А о чем это говорит? О том, что если компания, она стабильная, если компания имеет деньги на развитие, если компания имеет огромное видение и перспективы, а мы уже вам доказали большим количеством промоушенов, большим количеством призов, большим количеством, так скажем, открытий, все-таки три уже офиса, да, вот это уже третье помещение, третий офис, который открывается только, казалось бы, в маленькой стране, в Украине. Можете себе представить, что нас ждет в ближайшие 5 лет? Я не говорю ближайший год, потому что если вы видите только следующий, ближайший год, значит вы слепы. Вы должны видеть ближайшие 5 лет. Вы уже должны увидеть хотя бы в каких-то чертах ближайшие 10 лет, поскольку мы сюда пришли надолго. И я абсолютно уверена, и вы знаете прекрасно, что я не боюсь это говорить, и это не является моей какой-то там, значит, гордыней, но я достаточно очень просчетливый человек, финансово грамотный, я вас уверяю, что это, у этой компании есть великое будущее. А поскольку мы не сотрудники компании, мы партнеры компании, значит, это говорит о том, что у нас с вами вместе с компанией величайшее будущее. А это обеспечит наших детей. Вот здесь вот находится маленький-маленький человечек, ну где он? Который был с нами в Доминиканах. Где наш маленький? Вот он, посмотрите. Можете себе представить, он и Доминикана промоушен выиграл, и сюда он приехал. Ну иди к нам, чтобы мы уже видели тебя. Вот, вот ради этого мы с вами живем, ради того. Ну посмотрите, вот они наши дети. Ну где вы видели детей, которые 7 месяцев путешествуют в Доминикана? Где вы видели детей, которые на открытие компании, вернее, представительства? А знаете почему? Потому что на самом деле мы с вами имеем величайшую миссию сделать так, чтобы у наших детей был чистый воздух. А для этого нам нужны деньги. А деньги нам позволят экономия. Поэтому я вас всех поздравляю. Я говорю, что вы на самом деле самые счастливые. И вы на самом деле самые богатые. Только вы в это сами поверьте. И на всякий случай проверьте. А я это точно знаю. Благодарю вас.